преддверии Международного дня учителя педагоги и методисты Приморского края встретились в неформальной обстановке со своими коллегами, чтобы поделиться опытом и задать вопросы. Им провели экскурсию по новому зданию Регионального центра развития способностей и талантов у детей и молодежи. Однако главным событием стало награждение благодарственными письмами 20 педагогов школ и высших учебных заведений края за выдающуюся работу в сфере среднего образования. Мы с вами находимся на таком переломном моменте, когда в России по другому вектору начинает двигаться вся система образования. Не устаю говорить о том, что сегодняшние педагоги создают историю образования страны. И вот какими буквами будет написана эта книга истории, это ваша задача. Будет она написана теми интеллектуальными смыслами, которые вы вкладываете, да? Будет ли она теми смыслами, которые мы сегодня вкладываем в воспитание? А вы видите, что с военной нашей специальной операцией мы поняли о том, что воспитание стоит во главе угла вообще любого развития любого ребенка. Вот будут написаны эти слова, значит, замечательно. С 2022 года в Приморском крае реализуется проект по повышению качества общего образования. Региональная команда педагогов-методистов проводила предметные практикумы и погружения, онлайн-школы и еженедельные индивидуальные консультации. Это привело к значительному улучшению результатов школьников по физике, биологии, химии, росту среднего балла ЕГЭ по 8 предметам от 3 до 13 баллов, а также к уменьшению в 2 раза количества ребят, не преодолевших минимальный порог на госэкзамене. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.